На! Это гробница Снофу. И мы оставим тебя в живых. Этот зверь еле бежит. Просто потрясающее зрелище. Ты силен. Кто послал тебя? Может, Гедеон или Гераклит? Они-то думали, что я сам не справлюсь. Но мы не испугались, верно? Кто мы? Что ты здесь делаешь? Ты не знаешь, Неб? Мы пытаемся найти тайник великого фараона Снофру, творца Золотой Эпохи Старого Царства. И как же мы его найдем? Они ничего тебе не рассказали, прежде чем посылать за мной? Напомни. Вот что мне удалось узнать. Фараон Снофру спрятал в своих пирамидах 3 артефакта. Один в Мейдуме, в той пирамиде, что обвалилась. Значит, другой в ломаной пирамиде, которую перестроили после случая в Мейдуме. А третий в своей расчудеснейшей усыпальнице. Сияющей пирамиде. Я нашел 2 артефакта, но один из них у меня украли разбойники. Ты должен вернуть его. Где их искать? Их лагерь находится к западу от Мемфиса. Ты найдешь его, если пойдешь вдоль ручья. И еще, если сможешь пробраться в сияющую пирамиду, добудь последний артефакт. Думаю, наверху есть проход. Но туда еще нужно залезть. Будь я помоложе, сам бы справился, но... Я посмотрю. Много там было разбойников? Немало, вроде бы.
Что же в этом обычном предмете такого ценного, раз он хранится сокровищами? Эти надписи времен Старого Царства. Надо действовать аккуратно. Yeah.
Эй, что? Эй! Ты убежишь! Не рады! Что? Сдохни, тварь! Стража держит ухо востро. Эй, что? Что? А вот и... Что?
Это артефакт, который украли у Меркиса. Странный предмет. Надо найти Меркиса. Объединить все три артефакта. Я раздобыл твои два артефакта. Ага. Моя теория верна. Великий Ра. Точно. Артефакты образуют диаграмму. Но тут не хватает части. Я не могу их соединить. Но в Египтике есть такой отрывок. Слушай. Свой путь ищи на вершине сияющей пирамиды. Похоже, надписи на этом артефакте указывают нам на самую верхушку сияющей пирамиды, гробницы Снофру. Я уверен, мы найдем разгадку именно там. Если ты заберешься туда, то все увидишь. А что в итоге мы должны найти? Сокровища Снофру много веков считаются утерянными. Нас будут почитать как истинных героев, если мы сможем отыскать их. Эй, я тебе не мародер. Нет, что ты. Конечно, нет. Обещаю, мы не потревожим покой тех, кто нашел путь на поля Иалу. Ладно. Посмотрим, что там наверху. Ugh.
вершина гробницы Снофру. Странное отверстие. А что, если я... Артефакты вставляются в отверстие пирамидиона. Это диаграмма. Если я верно понимаю, она указывает на развалины на востоке. Там находится тайник. Томи меня, выкладывай. Ты что-нибудь видел? А как же? Я вставил артефакты в отверстие и завершил диаграмму. Чудесные новости. Ну, с помощью нее мы сможем найти ответ? Скажи, где нам искать тайник? Я думаю, что он находится на востоке. Похоже, что там руины какого-то храма. За мной! Я тебя отведу. Не попади в беду снова. С таким-то союзником? Вряд ли. Как же ты умудрился разозлить разбойников? Я решил заручиться их поддержкой в поисках артефактов. Что? Ты нанял их? Ну, их главарь Белош уверял, что знает пустыню, как никто другой. Не думал, что они меня предадут. Мне ведь показалось, что они не такие. Вот именно, что показалось. Все они воры и убийцы. Да, на их счет можно не сомневаться. Бандиты украли у меня один артефакт и собирались убить, чтобы заполучить второй. Ты сам себя погубишь. Это мне говорили не раз. Мы на месте. Вход, конечно же, спрятан. Земля здесь мягкая. Посмотрим, что под ней скрывается. Ура! Интересно, что мы найдем. И вот она, последняя преграда. Я же говорил, у нас все получится. Идем сюда. О, ты первый. Мы первые, кто вошел сюда более чем за 2000 лет. Сокровище должно быть здесь. Не о чем беспокоиться. Я бы и сам тебя об этом попросил, если бы успел хоть слово сказать. Надеюсь, Ваджит не рассердится. Неописуемая красота. Скажи, что глаза меня не обманывают. Это оно? Тут так много древних свитков. Золота почти нет. Это богатство. Смотри, перед нами история. Китион и Гераклит будут в восторге. Я прославлюсь. Мы прославимся. Рад был помочь. Я составлю опись свитков и перевезу их в Александрию для изучения. Там мы сможем сохранить их для будущих поколений. Пирамидион идеально сохранился.
Наследие богов. Начало всех хороших вещей. Скоро.